Всех приветствую. Сегодня записываю очередное видео, обучающее для новичков, которые только-только пришли торговать и еще не понимают, на самом деле, что их ожидает здесь. Я дам просто некие правила, которые обещал в одном из видео дать все-таки. Когда там рынок был на хае, я говорил всем продавать, никто мне не верил. Некоторые продали, некоторые нет. Я просто обещал тогда записать вот это видео по правилам, которые нужно обязательно соблюдать, чтобы вот не было вот таких потерь. И как вообще определить, что надо было тогда продавать? Ну, так условно говорю. На самом деле, именно с этого и нужно начинать свою торговлю. Просто вам нужно понимание того, какие вообще правила на этом рынке существуют. И что помогает вам зарабатывать, а что заставляет терять деньги. Если вы это понимаете, то вам гораздо лучше и комфортнее находиться на рынке, потому что, как вы понимаете, кто тут недавно зашел, место очень жесткое, и деньги отнимает неплохо. Вот вам ради интереса просто график Трона для фона включил, чтобы вы просто понимали, что это такое. То есть крипта — это вот такая злая штука. Не дай бог вы здесь купите. И даже если вы купите здесь, вы все равно потеряете здесь. То есть очень опасные вещи происходят, поэтому я выписал так для вас 7 основных правил, которые лично мне, например, помогают. На самом деле их можно сделать больше, их можно сделать меньше. Ну вот это именно тот минимум, который вам нужно знать. Первое правило — это, конечно, научиться видеть безопасные точки входа. То есть торговля — это что? Знать, где купить или зашортить. Второе — это знать, куда примерно пойдет цена. Это второе правило — научитесь рассчитывать потенциал сделки. И третье, нужно рассчитать, а сколько же мне купить? Или сколько мне зашортить? А четвертое правило — это вам нужно рассчитывать вообще соотношение риск-профит. В принципе, это все и одно правило, по сути дела. Но я вот так на три разбил, потому что все-таки это три разные части одного и того же. То есть вам нужно для успешной торговли, по сути дела, знать, где купить, знать, где продать, и сколько купить или сколько продать. Вот и все. По сути дела, в этом вся торговля состоит. А потом следующее, что вам нужно, это все-таки решить, а что торговать, что купить, что продать. И тут как раз-таки вариантов уйма, потому что в крипте более 1000 монеток разных, там десятки бирж разных хороших. И как выбрать, во-первых, нужную вам биржу, и как выбрать те монетки, которые дадут вам профит, и которые вы будете понимать нормально. Это целая наука. Потом следующее, что вам нужно сделать, это все-таки понять, что вы будете торговать, как вы будете торговать, и сделать как бы некую торговую систему, которую вы будете соблюдать. То есть поначалу, когда вы начинаете торговать, вы вообще не понимаете ничего. Вы торгуете наобум, там хаотично, где-то теряете, где-то получаете, и в итоге хорошо, если вы не теряете много. Скорее всего, вы потеряете сначала мало, потом больше, потом вообще все. Если вы не будете соблюдать торговую систему и не понимать, что делать. По мере вот этой торговли у вас, конечно же, будут возникать разные эмоции, типа страха, жадности, азарта. И они как раз-таки очень сильно мешают. То есть даже, например, если вы будете знать, где купить, не будете знать, где продать, рассчитаете риск и даже выберете правильную монетку, то если вы, например, будете жадничать, и там цена, например, выросла на 20%, вы продали, а потом через 5 минут она выросла на 100%. И вы в шоке из-за жадности там покупаете на самом хае, где 100%, и цена идет на 50% вниз. И вы все теряете. Больше, чем заработали. Это именно эмоции. То есть вы знали, что туда пойдет цена, но вы побоялись, там цена, может быть, как-то дернулась против вас. И вы на 20% закрылись. А на самом деле надо было просто дальше сидеть. То есть эмоции очень сильно мешают. Тоже важная вещь. Ну и последнее правило — это вам нужно постоянно будет учиться. Причем учиться именно на практике. Потому что только практика может вас научить. Потому что вы можете прочитать десятки, даже сотни книг. Вы можете там купить 10 курсов самых лучших там в мире. Но до тех пор, пока вы не проторгуете хотя бы год, вы не станете нормальным трейдером, это невозможно. Вот я, к примеру, торгую меньше года.
Ну, что-то более-менее получается, но мне еще учиться и учиться. То есть то, что я тут видео записываю, это совершенно случайно так получилось, что я могу правильно, грамотно излагать информацию, то, что я уже знаю. Соответственно, вот этот простой язык дает вам как бы сжатую информацию, именно важную, для того, чтобы понять вообще, как вообще, что вам нужно делать. Потому что в основном дают как бы всякие бредовые курсы, типа вот, сделайте аккаунт на бирже, вот у вас монетка, нажмите кнопку «Купить», цена выросла, нажмите кнопку «Продать», снимите профит, радуйтесь. Отличная методика, я считаю. То есть вы вот именно вот по такой системе много чего достигнете, если так я шучу. То есть никогда вот так не учитесь. То есть основа совсем в другом лежит. Основа именно ваше понимание рынка, ваше, как сказать, умение анализировать информацию, ваш сильный характер, умение работать над устранением ошибок в вашей торговой системе, там, в характере, там, то есть это постоянная работа над собой. То есть трейдинг, он чем хороший, одновременно плохо, это очень такая хорошая школа выживания. И там без характера выжить нереально, потому что место очень жесткое. И если вы не будете работать над собой, то ничего у вас не получится, никакие знания вам не помогут. То есть эти книги, это на самом деле только мешают. Я знаю просто несколько людей, которые вообще ни одной книги не читали, они очень хорошо зарабатывают. А есть те, которые прочитали много. То я как бы такой середнячок. Я прочитал ни много, ни мало. Но из того немногого, что я прочитал, в принципе, я могу как бы в сжатом виде вам пересказать некие вещи умные. Я просто такой человек, который любит все анализировать, там, изучать. У меня такой характер. И потом, как бы, я когда все это изучу, я могу очень просто все это объяснить. Поэтому, как бы, я вот делаю то, что я сейчас делаю. Это тем, кто меня в первый раз смотрит, еще не видел видео прошлое. Так, к чему это я? В общем, грубо говоря, вам нужно постоянно учиться на практике. То есть нужно вырабатывать навык. Никакая теория тут не поможет. То есть я не советую вам читать много книг. Там достаточно прочитать буквально 2-3, ну, может быть, 5 книг. Потом нужно просто садиться и торговать. Все, больше ничего не нужно делать. Хотя есть еще один как бы нюанс. Можно гораздо быстрее научиться, если вы будете общаться и брать пример с более опытных трейдеров. То есть есть, например, вот у нас чат в Телеграме, и там люди приходят, и они очень благодарны именно за то, что там сидят настоящие трейдеры, и они как бы учат видеть рынок. То есть придет, например, человек туда, ничего не понимает, не знает, что купить, где продать, вообще ничего не понимает. А там сидят люди, допустим, между собой общаются, что, допустим, мы покупаем вот эту монету тут, хотим продать там. Он спрашивает, а почему вы здесь покупаете? А вот потому-то, вот потому-то. Он такой, о, классно, я никогда бы не подумал, так про себя думает. Покупает вместе с нами эту монету, вам она растет, он в шоке сидит. Откуда мы это знали? Потом спрашивает, откуда вы знали, что нужно было там купить и здесь продать? Опять же ему говорим, что есть какие-то сигналы, что можно вот это смотреть, вот то смотреть. И он за этот, грубо говоря, день научился больше, чем целые книги, прочитанные там за неделю. Потому что он опыт перенял. И это как бы хороший способ обучения. И еще лучший способ обучения – это все-таки найти человека, который вам постоянно будет что-то подсказывать. То есть кто реально имеет опыт и может вам чем-то помочь, ему это не лень делать, и есть время и желание. Нужно находить такого человека и спрашивать. А вот я вот сделал так, вот тут реально такой косяк вышел, вот что я сделал не так? И он должен объяснить, что так-то надо делать по-нормальному. А ты затупил и неправильно сделал. А, понятно, как бы все. В следующий раз так не делаешь. Все, это вывод сделал, не повторяешь ошибки. Это тоже отличный способ обучения, но он не каждому подходит, потому что учителя не каждому дадут. Потому что тот, кто реально трейдит, это работа профессионала-одиночки. Нормальные трейдеры, по сути дела, никогда не будут никого учить, если только действительно там лет 20-30 торгует, уже настолько надоело, что дай получу хоть хомяков, там, пусть хоть какая-то польза людям будет. Передам свой опыт, есть такие. Например, там Александр Герчик и всякие разные там. Есть иностранные там трейдеры хорошие, которые реально торгуют очень хорошо. Но большинство учителей, по факту, они торговать вообще не умеют. Это либо теоретики, которые много знают, но торговать они не умеют, потому что характер слабый, например. Они идут там даже учить, книги пишут. И книги, что вы читаете, по факту, такими теоретиками написаны. А если вы покупаете какой-нибудь видеокурс там от русского какого-нибудь блогера,
имейте в виду, скорее всего, вы купите какую-то ерунду, и что сам он торговать-то не умеет. Он просто на этом деньги зарабатывает. То есть тоже бред, это тоже не способ. Нужен именно опыт, профессионализм. То есть, все, кто коммерцию строят вот на обучении, в основном это бред. За редким исключением, там очень редко бывает попадаются толковые люди. Тот же самый Герчик советую посмотреть его курсы. Но и опять же, даже если вы курсы посмотрите, вам все равно нужно садиться и торговать. Все, вы иначе никак не научитесь. Ну, так вот, в принципе, вкратце теорию рассказал. Не знаю даже, это именно такой теоретический курс. Все-таки надо как-то, наверное, подробнее его записать. Но готовьтесь к тому, что он будет очень долгий. Так. Важная эта тема. Я вам так просто по пунктам прошелся. Я думаю, наверное, в следующем видео я вам запишу более подробно все. Если вам это интересно, там ставьте лайки, задавайте вопросы, что именно вы хотите услышать. И чем больше вопросов вы зададите, тем больше ответов вы получите. То есть я думаю, все-таки такой вот сделать формат. Не просто монолог, там скажу, что думаю, а все-таки вы задаете вопросы, и я на них отвечу. Будет так, наверное, лучше. Потому что дело в том, что я не могу вас научить торговать никак. Я могу вам лишь просто дать путь, как научиться торговать, а вы сами должны его пройти. И не более того, могу дать ссылки на информацию, которую желательно изучить, которая важная. Вот все, что я могу сделать. И вот мои видео эти, это просто, как бы, грубо говоря, чтобы вас просто подготовить к этой работе, как бы. Хотя это не совсем работа, это именно такая деятельность, очень-очень-очень трудная. Это одно из самых трудных вообще, что только вот было. Я много профессий сменил, изучил. И трейдинг самое тяжелое, именно в психологическом плане. Благо, характер более-менее у меня нормальный. Я очень легко это все перевариваю. И более того, я считаю, что это очень хорошая школа. Именно по закалке характера. И выработке вот именно такого сильного мышления. Ну и денег можно, конечно, зарабатывать. Очень даже неплохо. То есть я нигде вот столько денег не зарабатывал, как здесь. Так скажу. Причем я даже торгую не своим депозитом. Мне просто люди дают денег, я ими торгую. Все. У меня своего депозита вообще нет. Ну, кроме как на Форексе, там просто тренировочный такой. Ну, к примеру, грубо говоря, чего можно достичь. При том, что я в основном хожу, отказываю всем. Только вот у хороших людей я беру таких толковых. Так что, наверное, все-таки в следующем видео я более подробно каждый пункт разберу. А вы тогда задавайте вопросы, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше будет полезной информации дано. Потому что все это делаю чисто на чистом энтузиазме. То есть мне реально вот это все не нужно. Потому что я как видео не сниму какое-то, обязательно придет какой-нибудь интересный человек и будет говорить, что за бред ты снял. И чем больше таких людей будет приходить, тем меньше, наверное, будет желания это снимать. Поэтому задавайте вопросы, если будет хороший интерес к этому, я продолжу это все. Если нет, то, наверное, все-таки буду как-то все иначе делать, потому что мне надоело уже это все. Неблагодарны очень люди, к сожалению, ничего не понимают. Так что тогда до завтра. Задавайте свои вопросы. На этом все.